Еще пониже. Еще надо нажать кнопку. Оказать финансовую помощь прямо сейчас, да. Все, да, у меня пришла. И вот в едином кошельке сейчас отобразится. Вот 10 долларов. Сегодня 18,52. Привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова Акапова. Я нахожусь в своем любимом месте. Это банкомат Сбербанка. Я работаю в проекте «Всем миром» с 2013 года. И я уже показывала, как выводить деньги из этого проекта. Из единого кошелька вы обмениваете доллары на рубли, если у вас рублевая карточка. Потом выводите на карту. Я тоже снимала, как выводить на карту. Потом находите ближайший банкомат, вставляете карту Сбербанка и снимаете денежку. Нажимаем «Получить наличные». Снимем мы другую сумму. Хочу я снять 6000 рублей. Нажимаем «Выдать». Можно без чека. И берем свои денежки. Конечно, сначала мы берем карту, чтобы ее не забыть. А потом берем денежки. Вот мне уже пришла смс-очка. Вот от 6 и выше я зарабатываю в проекте «Всем миром» в день. Это 100 долларов. Что, сколько и стоит оказание помощи ежегодно в нашем проекте. Оказываете помощь 105 долларов, получаете 100 долларов в день. Конечно, не сразу. Как-то так. Пока-пока.